игре против фаворита Суперлиги Тайм-Сумс баскетболисты Барнаула подходили максимально сконцентрированно. С первых секунд подопечные Александра Герасимова навязывали свою игру. Выиграв первую партию 19-18, все вроде бы шло неплохо. Но вернувшись с паркета после минутного перерыва, гости зажглись и вскоре сравняли счет. Следующие четверти были за гостями из Ревды 14-11 и 24-15. Добавили в защите, стали правильно двигать мяч, давать вовнутрь, и за счет этого, я считаю, мы победили. Ключевой момент в игре случился в последней четверти. Барнаул пытался играть ближе к кольцу соперника, а гости, наоборот, выдавливали защитниками нашу команду. Как итог, тактика темпа сработала, и победа гостей 83-65. Самое неприятное, это то, что эту игру отдали без борьбы. Я считаю, что мы вообще не боролись. Стыдно, когда приходят болельщики, выкладываться не на все 200%. А игру можно там по всем факторам комментировать. Это очень долго, много моментов неприятных, много... Как бы ничего положительного не было в этой игре. Темп продолжает лидировать в турнирной таблице, а Барнаул расположился на 8-й строчке. Следующую игру алтайская дружина проведет также дома 28 ноября. Соперником будет баскетбольный клуб «Купол Родники». Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.